Буэнос диас, мисс Киридос Амигос, ядерный рассветный заряд вашего экрана, это значит мы продолжаем крушить все и вся. Это стрей. Сажайте жопу поудобнее, парк, погоняем шары и делайте громче, поехали. Сработало. Нужно ковер подрать. Кажется, есть контакт. Стеснительный, блядь, какой. Кутварюга. Чё ж так лагает-то, блин, в катсценах, а в игре норм. Странно. Блять, как лагает-то. Ой. Попробуем заново, ладно. Тут я, как говорится, не по своей не врюхался. Шамо приползло.
Грузим. Так, что-то мы долго грузим. Что-то непонятно. Зависло, что ли? Ага, мы типа все еще грузимся. Наконец-то лапы по экрану забегали, я уже думал, все, жопа. Как же ты долго грузишься-то, ёпанастус. О. Так, лагать перестало. Коробку мне, коробку. Же код правильно. Значит, так и будем высиживать в коробах. Блять. Наебал. Дискретное вращение какое-то. Дальше анимка нормально себя ведет. Тут я как бы в тени. Пошли нахер. Тупые животные. Вот сука.
А вот куда я лезу, это уже большой-большой вопрос. Так, коробка тут есть, отлично. Так, он куда-то проебал ключи. Тык. 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 Да что ты будешь делать? Куда дальше-то? Цыбалция, все. Что-то тут подзадумался. Ну, значит, повтор. Так, вот этого стража наебать проще простого. Тут посложнее, конечно, но тоже не трудно. Так тоже можно было, оказывается. Либо найти там при другу каким-то образом ключики от хатки.
Так, небольшой проскок. Здесь страж висит неподвижно, окей. Ага, в тени кубика идти. Хорош хак. Опа. Так, где висит? Чуть вперед. Ой-ой-ой. Так, головоломка кончилась вроде бы здесь. Ага. В бочку опять. Так, и вот тут сохраночка. Так, значит, надо эту штуку чем-то придавить. Давай думать. Какая-то патовая ситуация. Так, либо где-то должен быть еще один робот. Thank you.
Может, я что-то забыл? То есть катится эта хрень только прямо. Да что ты так лагаешь-то, а? Значит, надо искать в этой комнате. Теперь дошло. И бочечкой прижимаем третью кнопочку. Ой. Куда уходим-то, блядь? Взял спер батарею.
какая-то херобора. Не находишь, не? А, мне же похеру. Я ж кот. Уебал. Ух ты ж, ёпштыш. Так, а мне нужен третий этаж. Да хули ты сел-то, блин? Ой, бля. Так, нужно искать иную дорогу на третий этаж. Так, там глаза.
Так, ну и где же наша Маша? Съебе, походу. Значит, нужно найти какую-то записку или что-то в этом духе. Да в хате никого. Проблем, братва. Где же может быть запись? Охо-хо! Как же это все потно и тошно. Ванную она ее затетерила, что ли? Где-то среди книг сныка, но вряд ли. Блять. Здесь что-то есть. Mm-hmm.
Но я же правда не дебил. Это лавовая лампа. Четвертый предмет. Пойдем, найдем. Ну что ж. А я, наверное, на этом моменте сделаю финалочку. И так затянул по самой не горюй. Спасибо всем, кто присутствовал, с вас, как всегда. Лойс, пиписька. И до скорого. Адью, братва. Увидимся в следующей серии.